довольно популярная команда разработчиков, которая сделала такие игры, как Griftlands. И такую самую, конечно же, популярную Don't Starve и Don't Starve Together. Вот, у них какая-то... Ну, Don't Starve, да. Simplified Chinese, понятно. Игруха коопная в том числе, но мы посмотрим в соло, чисто посмотреть, потому что, ну, в демке вряд ли контента много, и в коопе, наверное, в демке играть смысла не особо много. В Last Blue будут еще забеги? Да, там как раз последний забег на середине остановился. Local play, ну, local, да, соло. Самое перспективное, мне жутко не нравится вид вот спереди, сбоку. Создать нового персонажа, ну давай. 57 FPS, что? Выглядит как 30. Есть какой-то эльф-орк, есть кот и... Мурлок, мерфолк. Розовая демонесса. Шовинг армор. Жесть, без армора может ходить. А здесь что-то менять можно. Унитейл. Короче, кастомизация есть. Перса, да, нормальная такая. Грустная тянка орк. С кольцом в носу. Дормент, это что такое? Это рога. Без рогов, может быть. Боди. Бубастая и не бубастая. Или пацан. Видимо. Можно еще вид трусов сменить. Замечательно. Что дальше? Хантер. Верт Ол. Темно-красный. Не хочу с розовым цветом ходить. Ну, допустим, сохранить изменения. Да, Солидон, это вроде бы, наверное. Вот этот вот вид сбоку мне не очень нравится, потому что он мне напоминает эти шутемапы, битэмапы. Не люблю битэмапы, но может боевка будет нормально чувствоваться, не знаю. Q. Холод восстанавливает 500 здоровья, всего 900. Скилл на левый shift. Это молотом мощно бьет. Into the ground, causing knockback to nearby enemies. Night nobody save the world, возможно. Thank goodness you're on your feet. Это я... Уф, что нас по нам ударило? Это был реальный босс Рот, который нас побил. Mother Trick, если быть точным. О, охотник. Какое ужасное начало для нашей экспедиции. Теперь половина нашей команды потеряна в лесу, и это все моя вина. Да как ты не увидел Рота, так он же такой большой. Это был Трик в лесу, полном деревьев. Будучи скаутом... Делает меня всезнающим, всевидящим. Наше первое задание — спасти Бронника Берну и Хэмиша Блэксмита. Как кузнеца, да? Есть, там будут опасные роты в этих лесах, и эти двое не очень-то хорошо сражаются. Тут тоже там. Но он справится. Давай пойдем в леса, и если увидишь Mother Trick, поп мне, расскажи мне, explain controls, I've never been in real fight, skip controls, а ты что будешь делать? Damsel Fee is still operational, так что я пойду наверх, watch from, буду смотреть сверху, что ты в безопасности, буду спасать всех, кого найду. Ну, controls мне, наверное, не нужны, я вроде и так вижу, кьюшка хиляет, shift, тефра какая-то. Так, ну держитесь, все мы идем. Не знаю, что они еще и Грифтон. Вот тебе полезная инфа. Грифт, по личику.
по мне попало. Знаете, почему оно по мне попало? Потому что при вот таком вот виде сбоку не видно, кто из врагов что делает, потому что один враг перекрывает другого. Сразу же бафчики. Получи 20 скорости бега. А как бегать? Это, видимо, просто бег. Ладно. Восстанови пот. Каждый раз, когда ты пьешь, хиляешь, дополнительно 50% щита получай. Блин, ну... Рефил. Не, ну ладно, давай вначале ботинки. Хотя я бы, конечно, щит хотел, но... Как будто быстрее она бегать не начала. Может быть, есть отдельная кнопка на бег? Не, начала. Начала все-таки. Ворачивается только не очень быстро, как будто бы. Это почти прозрачность объектов. Возможно. Ну, короче, вот... Выглядит стильно, чем-то похоже на культ овцы. Ну, вот прикол культ овцы в том, что единственное, что в нем есть, это его стильность, наверное. Геймплей там. Раз, два, общался. Пока реально больше битэмап, чем рогалик. Не знаю. Сопля. И это все коопное, напоминаю. Застанился. Если это же грейды отображаются на персе, а здесь не отображаются, нет, не заметил. Когда умираешь, убери эту силу и хильнись на 50 хп, сразу воскрешение. Stage fall. Когда ты делаешь quick rise, хильнись на 50, когда встаешь, типа, если тебя заставили. Ну, конечно же, воскрешение возьмем. Так, сверху, видимо, монетки Тефра, если я правильно понимаю. Справа какой-то кристалл. Кристалл это, судя по всему, усиление, потому что в прошлый раз тоже был кристалл. Поехали сюда. Отстанивать их пока выгодно. Собирать мне не надо эти жишки. Видимо, они автоматом собираются. Какие миленькие враги. Да, кристалл раскалывается на усиление. Плюс один крит шанс каждый раз, когда ты почему-то бьешь. Get him next time. Картинка с дженгой. Становляется, когда наносишь крит. Когда убиваешь врага, получи 75 скорости бега на 2 секунды. Не, ну лучше крит шанс возьмем. Так, медленно все анимации, ну... Медленно не значит плохо для боевки. Все-таки. Ох, нихера ж себе. Давай, штука, взрывайся. Кристон какой-то я нашел. Возможно, это мета. Trunk of Pure Solidified Tephra в специальных комнатах. Окей. Okay. Находится здесь какая-то банка. Пополнение банки, магазин. Ну, не знаю. Магазин, видимо. Банк стоит аж 75. Five Finger Brew. Free sample. Бесплатный sample хилки. God's gracious, is that a customer I see? Я вижу... Так, привет, и мой дорогой друг Огар. Добро пожаловать в Ротвуд. Бой, ты когда-нибудь... У меня для тебя есть делишки. Ты кто вообще? Теперь ты похож на злого Огра. Скорее меня побьет. Ну-ка, подожди минутку. Я чувствую на тебе Тефру. Да, я немножко бедна сейчас. Жалко. Не могу тебе показать
Wonder of my Huygens brand health potions without appropriate compensation. Не могу тебе просто так отдать свои крутые эти бутылки. Приходи ко мне, когда у тебя будет 75. Ну ладно, увидимся. Та-дам. Нет, ну он, короче... Восстанавливают банки за 75. А больше пока ничего не продает вроде бы. Free sample. Забавно, что можно вот так вот подхилиться. Ха. Прикольно. Эй, спасибо за фоллоу. 2 фолловера подряд. Ничего себе, спасибочки. Не забывайте фолловиться. Первый босс. Greater Yama. Menace of the Woods. Врагов вроде не видно, да? Как же он его раздавил? 16% крит шанса, кстати. Это какой-то не босс, скорее элитка, наверное. Когда-нибудь я кританул. Успел меня ударить, блин. Кажется, я когда-то все-таки кританул. Вот это было опасно. Как же он бьет этих малюток. Кажется, все. Dungeonborn смотрели, уже нет и скорее всего не буду. Каждые 10 хитстрика вызывай взрыв вокруг врага. Один раз за зачистку, когда ты убиваешь врага, он вернется к жизни и будет тебе помогать. Когда ты дабл-тапаешь додж, призови два портала, между которыми ты можешь телепортироваться. И накладывай, получай один заряд в большом радиусе хэви-атакой. Я делаю хэви-атаку, мне пока хэви-атаки нравятся. Что такое один заряд без понятия? А, нет, наверное, вот это хэви. Ладно. Dungeonborn, почему не вижу смысла? Ну, потому что это просто еще один этот. Да, он прикольный вроде бы, но... База все еще заключается в том, что это... Я наложил. Это стаки заряда или нет? А, нет, не та кнопка. Да, видимо, это и есть стаки заряда. Да куда ты? В ту сторону бей. Заряды взрываются, когда чел умирают, я понял. Маленький такой же чел с дубиной. И один. Что там? Такой же кубик. Тут вопросик. Ну, пойдем на вопросик. Вопросики это интересно обычно.
Стормгейт, создатель StarCraft, тоже есть на фесте. Многие игроки говорят, что этот проект скорее распил бабла. Хе-хе-хе! Хочешь бросить монетку? Я помогу тебе. Если нет, то помогу твоим врагам. Ха-ха-ха. Ну давай хвосты. Я не помню, как. Решка, орел. Ау, 250 урона. Чуть-чуть больно. Хе-хе-хе. Ну, встретимся снова в следующий раз. Давай. Ну, ставим банкой, что ли. Как тебе сюжет Пинакони? Лучше из Михоя? Да, я примерно так собирался последнее видео назвать. Кажется, мощных атак можно по несколько делать подряд. Или мне показалось. Как они все померли, это красиво. Монстрики забавные, конечно, в целом. Ай, не в ту сторону. Видимо, реально надо мышку крутить в нужную сторону для атаки. Типа... Если да, если я смотрю вправо, я бью молотом вправо. Ну, нормально, надо просто привыкнуть. Каждый раз, когда убиваешь врага, получай плюс 5 крит шанс на 10 секунд. Когда доджишь, закинь бомбу в рандомном направлении. Ну, рандомное направление, конечно, так себе, но... такую бомбу, от которой самому урон можно получить. Ну, все равно довольно сильно, наверное. Боевка копия культа барашка. В культе барашка не было боевки, поэтому... Не можешь так говорить. Да, кидать бомбу на самом деле штука клёвая. Получаешь урон, неси 250 урона атакеру. Когда ты входишь в новый забег, получи 25 урона. Если не было боевки, там же как-то мобов убиваешь. Как ты убиваешь? Ага. Было такое. Так, у меня... О, мой друг, ты вернулся. Да, и теперь у меня есть деньги. Отлично, отлично. Тогда давай же я покажу тебе свой пот. Кью гарантированно хиляет твои ранения. Лечит, снимает с твоей кожи всякие штуки, оставляет мятное дыхание для кое-кого специального дома. Так. Ну, я восстановлю твою попушен. Вот это я называю работой. Ну, отлично. Еще бы я не купил. Деньги есть, куда мне их еще девать. Не, походу же здесь посложнее барашка пока что. Мне так кажется. Да в смысле зажали-то, жесть. Все помрут, возможно. Да, так я и думал. Умочку. Блин, что-то кому
Фишечка не очень хорошая получилась. От чего я урон получил, не понял. Это он, этот чем-то плюется. А, он здесь закопал какое-то говно. Жесть. Блин, реально закопал что-то. Ясненько. 14 хитов. Стратка нашего навыка просто все изчистил, не напрягаясь. Неудивительно. Да не в ту сторону, но так тоже неплохо, как будто бы, да? Ту-ту-ту-ту-ту. Здорово, Рикс. Опять вопрос. В вопросе была битва. Ничего удивительного. Он 68. Нет, 16. 68. Нет, 68 полутол. Фига себе. Магазин с потами. Какой-то котелок. И это хрен знает что. Давайте котелок какой-то посмотрим. Что это такое? Магаз. С реликами, видимо. Да не только. Power upgrade. Core stone. Короче, обилки можно за... Оба вида покупать здесь. The Smashing Pumpkin. Pound the head of your hammer into the ground. Knock back to any nearby enemies. Heavy. Hold skill to charge. Ну что тут у нас? Альфонс. Привет, Альфонс. Проснись. Наш новый армор. Патрон has the deign to arrive. Че? Патрон? Что тебя заставляет думать, что я разбираюсь в магазинных... шмотка. Да что не так с тем, что я ношу-то? Насчет презентации или насчет функционала? В любом случае, наслаждайся демкой. И надеюсь, мы с тобой потом еще встретимся. Ну, давай купим чё броню. Your dodge is invincible for longer. Плюс 10 invincible duration. Heavy focus hit наносит доп damage. 20 брони есть. Take less damage, штанишки. Пока ты не атакуешь. Возьмем все, очевидно. У меня что, просто увеличит максимум health на 0. Отличная броня. Ага. Здесь есть тяжелая броня. Как соузу. А, дэш изменился. Окей. 20 брони, давай. Ну да, теперь мой дэш совсем коротенький. Весовая категория увеличилась. Видимо, и пузом на голову на этот тоже падать будем. Power upgrade. Ocean refill всего за 50, а тот чел за 75 продает. First one's free. Это получаешь новую силу, сразу усили ее. Ну, лучше.
Хан перегруз с ДС. Ну как будто бы, да. Так, power upgrade. Почему ноль? Они дочь, он же бомб, он же бомб. Вот бы узнать, что сделает. Ну, я, допустим... А, написано. Launch two bombs. Плюс 35 скорости, макс хп 100. 35 урона фигня. И крит шанс плюс 3 за каждую тычку. Ну... На первый забег я бы фулл воскрешение, может, взял. Хотя... Не, давай крит шанс качнем. Совка зачет, но высота в 2D игре а-ля черепашки на... Вот, я тоже говорю, вот этот вот вид сбоку у меня как будто бы в битэмап играем. Реально, как будто это либо черепашки, либо там эти лягухи, батлтоц и так далее. Так, походу мы добрались до босса. Любишь такой концепт? Не, не особо. Вот для меня битэмапы, вот где ты идешь вправо, просто дерешься в бок, то есть, да. Как вы видели, вот те, та большая элитка, Mother Trip, Rotten to the Heart. Жесть, какое-то дерево. Комбы есть разные атак, кстати, судя по всему. Ау. Ясненько. Ага. Бобы! Помрете все от, от бимбы. Тоже бомба выкидывает. Ай, идет. Как будто быстрее стало, да? Или нет? Чел опять закапывает свое говно. Кажется, он помер. Ау. Прикольные атаки, мне не нравятся. Так, я хочу выпить банку. Отлично. Так, взрывайте там все. Отлично. Почти добили. Ну что, не стоило банк пить. Наверняка после босса хил будет. Thank you.
Есть? Да! Ту-ту-ту-ту. Так это и есть битэмап, нет? Типа рогалики же редко бывают просто рогаликами. Ну... Возможно. Поэтому он еще и коопный, как реально, как в детстве, типа с этими всякими там лягушками, черепашками и так далее. Complete Expedition. Там в Иншраут раз нас скинули. Но Яне как будто не нравится, она говорит слишком медленно. Все, да, закончилось. Да здесь контент на один забег, Ресин. Forest Exploration. Fox Hit Powers. Булбин. Самый большой урон мне нанес, замечательно. Вернуться в город. Ванчо, спасибо за 100 рублей. Поиграю в Deviator. Donation accepted. Давай посмотрю, что это такое. Какая-то новая демка. Deviator. А, да. Это в рисовке Hollow Knight по Metroid. Ну, демо, давай, можно посмотреть. Можно посмотреть. Я скачаю. Я скачаю. Так, ну и что здесь с базой, с метой, вот это вот все. Fully charge, golf swing. Discover more combos. Еще атаки с комбами, отвратительно. Я считаю, что это отвратительно. Кавкав, тут, привет. Так я и не нашел ни кузнеца, ни бронника. Хотя, ну, мы там был какой-то бронник, мы его не спасали. Я рад, что это демо дало мне шанс встретить тебя. Я тут боевой мастер, мастер битвы. Я пришел в эту экспедицию, чтобы дать тебе челленджи и усилить тебя. Но, видимо, эти системы еще не ввели. Тем временем... Приходи просто поговорить, если я могу дать тебе советы в бою. Ну, отличная битва была. Угу. Мне советы будешь давать? Я босс с первого раза прошел, поп-квиз какой-то. Ты умеешь... Что ты знаешь про додж? Что на спейс? Отличный выбор. По крайней мере, мы не начинаем с нуля. If you just charge into your hand weapon swinging, you'll get knocked on your tail in no time. Доджи, если тебе попадут. Враги более открыты после того, как атакуют. Вначале доджи, потом атакуй. Все понятно. Плюс камень дал мне. Хера себе. За такую херню. Молит Маджек. Вот это тоже закинь в загрузки. Выглядит прям... Пяу, как стильно. Ну, кровавенько, да. Подожди, это экшен-рогалик? О, нет. Шутер-рогалики. Ну, это не шутер, это что-то странное на самом деле. Безумно скоростной шутер от первого лица в классическом анимешном сеттинге 90-х. Безумие какое-то, но можно попробовать. Оли Молли, ты действительно справился. Ты победил Mother Trick, которая атаковала нас. Теперь осталось спасти всех ребят. Но вначале... Ты случаем не нашел фиолетовые камушки? Показать Хардстоун ему. О, да, это оно. Охотник. Да. Босс роты имеют абсурдное количество тефры в их системе. Настолько много, что оно кристаллизируется в Хардстоун. Не гости, а поросята. Весь стол в кожуре от арахиса. Вот Хардстоун Мазер Трика. Не хочу тебе кое-что показать. Лучше бы я не трогал этот кристалл. Иди положи этот кристалл на Вэлспринг. Что такое Вэлспринг? Ой, прости, Вэлспринг — это вон большой фиолетовый камень в городе. Ты знаешь, там, где я тебя сбросил, спас. Не знаю. Он нас на вертолете сюда привез. Положить Mother Stone.
Heart of Mother 3 увеличивает твой макс хп на 100. Левел 1 из 4. 4 разных босса, 4 разных хардстоуна можно вложить, чтобы получить постоянные усилялки, да? 100 хп это, кстати, не очень много. Забавный факт, после забега вся моя броня осталась. Не остались, очевидно, усиления, но осталась бронька. Можно ее анквипнуть. Зачем-то. Шапка тяжелая, да? Heavy. Light. Кастомайз керактер, это то же самое вернуть, да? То же самое. Ну хорошо, я вставил хардстоун и получил очки мед прогрессии. Убийство, ну, короче. Прокачечку. Так, ну, хорошо, окей. Когда ты кладешь хардстоун в Wellspring, работает как призма, усиляя какие-то из аспектов охотников. Он дал тебе экстра хп. Не можешь на это жаловаться, не так ли? Все они будут давать мне. Где я могу их еще получить? Хорошо, что ты спросил. Во время битвы я заметил часть леса. I think one of our missing people might have landed there. Кто-то проснулся. Улицера. Короче, кто-то из наших челов разбудил Улицера. Нам нужно зачистить тироты в... лесах и найти кого-нибудь. Я отметил для тебя это место. Понял, принял. Расскажи про потерянных ребят. Да ладно, неважно. Pacific Drive тоже скачал. Ну, сейчас пойдем куда-нибудь еще дальше. Что я могу сказать? Кайф. Ждем релиза. Да. Балдежно, надо на ютубчик залить. Прикольная игруха. Кайфная, мне понравилась пока что.